слишком приблизилась к башне. Лучше свернуть. Надо уходить! Поразительно! Тебе говорили, что твоя подруга Гея — прекраснейший собеседник. Она совсем не устает от моих речей.
Это по какому же поводу? Подумай. Вареные водоросли, жареные водоросли. Добро. Редкая находка. Но еще есть что лучше. Терпение. Один раз паводком смыло отцовский свинарник. Ну, вот. Что-то случилось? Я доложилась адмиралу. Он сказал, кое-кто в команде считает, что меня нужно лишить звания и изгнать. Сочувствую, Сэйка, наверное, для тебя это удар. Переживу. Куда пойдем дальше? Ну, мы знаем, куда Лондра отправил данные своей компании. Это к северу от места нашей встречи. Можем долететь. Слушай, знаешь что? Давай лучше возьмем мой ялик. Не понравилось летать, да? Я моряк. Вода мне по-любому милее неба. Ладно, ялик так ялик. Ну что, в путь? Да, пора. Пойдем. Другое дело. И... даже если свалишься, не помрешь. Впереди открытые воды, а конец флота исчезает вдали. Вместе со всеми своими жителями. Зачем ты это терпишь? То есть, я понимаю, каково это, когда все против тебя. Я бы давно ушла, куда глаза глядят. Так было не всегда. Я была хорошим моряком, хорошей сестрой. Я была на своем месте. Это чувство общности, сила. Она помогает мне удержаться на плаву. Понимаешь, такими вещами не разбрасываются. Твои сородичи просто не понимают, как им с тобой повезло. Не преувеличивай. Нисколько. Всему нам нужно двигаться к этому гору. У меня от него мурашки. Ясными ночами его видно из лагеря. Жуткая громадина. Вон! На берегу! Это наши лодки! Не на верном пути. Пристанем здесь! Thank you.
Судя по координатам, наша цель на холме. Иди первый. Мы определенно движемся к железному бесу. Зачем он отправил данные сюда? Не знаю. Да и зачем брать сюда Квен, непонятно. Только бы найти их. Да, они точно здесь были. Судя по всему, они направились выше. Координаты ведут в ту сторону. Барьер. Его воздвиг Лондра. По-моему, через него не проскочить. Но на той стороне какое-то устройство. Можно просканировать. Ладно. Давай глянем, что тут. Похоже, впереди что-то есть. Какой-то комплекс. Возможно, Лондра там. И пропавшие люди. Но я не вижу, как миновать щит. Вот. Это какой-то силовой генератор, подключенный к руке Гора. Лондра наладил работу отдельных систем. Железный бес ведь не может пробудиться, да? Точно не знаю. Но сейчас Лондра так обеспечивает щит энергии. И если мы сумеем отключить эти генераторы, щит исчезнет? Ну, попробовать стоит. Два генератора здесь недалеко. Давай, идем к ним. Генераторы должны быть ниже по склону. Ого! Вот, смотри! Над нами! Лондра немало потрудился, чтобы запитать щит. И тут пара наших гадких знакомых. И опять яйца. Просто делай как я.
Тихо! Выстрели в это ядро. Ядро уязвимо. Come on.
пожалуй, оставлю при себе.
сосредоточимся на генераторах. Последний раз, когда мы виделись с сестрой, я испытала облегчение, что ее посылают на разведку. Мне хотелось от нее отдохнуть. Понимаю. Мы с сестрой тоже не всегда хорошо ладим. Ты же сказала, что тебя изгнали. Мы только недавно встретились. Долго рассказывать. Ты полна сюрпризов, да? Я хочу сказать, она точно будет рада тебя видеть. Не уверена. Но спасибо на добром слове. По-моему, эта тропа не ведет ко входу. Thank you.
меня все получится. Спасет. Работала! Барьер исчез! Пойдем внутрь. Похоже, здесь есть электричество. Значит, генераторы только для щита. Твои сородичи. И еще одна фреска. Ага. Почему они все просто ждут? Давай выясним. Сейка, хочешь примкнуть к нам? Примкнуть? Да, все так. А до вас было непросто добраться. Дикарка в числе избранных? Немыслимо. Зед бы такого не допустил. А как вы вошли без него? Так Зед нас и прислал. Он же угодил в засаду, и мы его выручили. Да, мы с ним направлялись сюда, как вдруг напали машины. Мы отбивались как могли, но их было много. И тут нам на помощь пришла Элой. Я как раз была неподалеку, смотрю, идет бой, ну и я рванула туда. Вы бы ее видели. Таких охотников на машины еще поискать. Она спасла Зета. Так поступил бы каждый. Потом Зет сказал, что у него неотложное дело, и нам придется идти без него. Он объяснил, как отключить щит, и сказал, чтобы мы шли прямо внутрь. Неужто Зет не мог справиться без помощи дикарки?
Каждому из нас иногда бывает нужна поддержка. Зет решила, не подходит. А я не хочу потом от него схлопотать. Иди скажи остальным, что к нам прибыли новенькие. Ладно. Но в зал Вознесения я их не пущу, пока они не докажут свою преданность, как все остальные. И еще хотелось бы выслушать самого Зета, как он вернется. Да, пожалуйста. Не бери в голову. Удачи тебе, Сейка. Да откроетесь вы его свету. Своей воле. И слушаются Зета. Наверное, душевный парень. Пойдем в зал Вознесения, пока ты с ним не встретилась. Здравствуйте, избранники. Вы скитались, вы страдали. Но все это позади. Я нашел вас и предлагаю великий дар. Вознесение. Вздохните свободно. Забудьте то, что знали. И насладитесь моментом. Вас ждет новый мир. Ясно. Как же его много. Мы должны открыться его свету. Буквально. Делать вид, что я почитаю Лондру. Нам нужно зайти здесь за своих. Попробую. Знакомьтесь, мои старые друзья. Мы были на отвязной вечеринке, праздновали победу. Но пока все смотрели на меня, в зал ворвался мой бывший партнер. Завидовавший нашему успеху, он швырнул в меня коктейль. Но я остался сух. Мой телохранитель Джек повалил его на пол, а ребята... Нолан, Паркер, Райли вышвырнули его прочь. Но именно моя Эвелин сумела обратить все просто в шутку. Эх, я их обожал. Их преданность была мне дороже всего. Любой награды. А тот вечер стал самым лучшим в моей жизни. Лондра привык, что люди его боготворят. Мерзость. Глянь, Элой! Это просто... У меня нет слов. Лондра умеет произвести впечатление.
Ну же, присаживайся. Я расскажу тебе историю. Когда-то у меня был в этом мире дом с изумительнейшим видом на город. Мы с женой обожали смотреть, как мерцают огни в вечерней дымке. Наш момент безмятежности. Потом настали годы пепла. Небо даровало нам спасение, но выжил лишь я и познал тайну бессмертия. Эвелин, все, кем я дорожил, сгинули. Я остался один. Вот почему я так рад, что нашел тебя. Нас ждет вечная жизнь в новом мире и бесчетные закаты. Вечная жизнь с ним. Уж лучше угодить в еще один тайфун. Прекрасно. Опять этот тип. Будет восхитительно. А, так это про вас говорил Бренник. Еще две души удостоились чести порвать с прошлым. Да, это мы. Ты Кираль, верно? Ты служила на Искре. В прошлой жизни, да. Одна из многих в составе безнадежной экспедиции. Ах, ну, довольно. Как говорит Уолтер, забудем прошлое. Наши муки привели нас сюда. И нас вот-вот ждет вознесение. Какое это удивительное место, правда? Я никогда такого не видела. Да. Но это мелочь по сравнению с Залом Вознесения. Ты бывала там? Конечно. Я доказала свою преданность не так давно. Теперь я жду, когда меня поведут дальше. На шаг ближе к Вознесению. Ты сказала, что тебя должны повести дальше. Мы еще не все проштудировали, но... Я думала, наша цель — зал Вознесения. Некоторым тяжело понять замысел Уолтера. Я знаю, что в зале я прошла проверку. Но это не все, что он нам предлагает. Я уверена. Неспроста же посвященных отводят в другое место. Как только Зет вернется, он возьмет меня туда. Я готова. А ты представляешь себе, где это место? Там, где мы будем ближе к Уолтеру. К его объятиям. Ты побывала в Зале Вознесения. Он правда настолько необычный? Мне нельзя говорить. Я хочу, чтобы вы прочувствовали все то же, что и я. Да брось, Кираль, намекни. Мы мечтаем узнать, что там. Я скажу одно. Он бесподобен. Как тот момент, когда Уолтер предстал перед нами. Но лучше. Придет время. Увидите. Ну, спасибо за разговор, Кираль. Мы пойдем дальше познавать Уолтера. Да, конечно. Удачи в занятиях. Надеюсь, увидимся на Вознесении. А вот и благодетельница вместе с дикаркой. Теперь все ясно. Годы пепла. Разливы в Великой Дельте. Мы были заперты в цикле разрушения, но скоро мы обретем новый мир. Сильное обещание. Вы доказали свою преданность. А значит, готовы продолжить путь.
Зет отведет вас, как только вернется. Не спешите. Доброе дело помогло вам добраться сюда, но не рассчитывайте на особое отношение. Честь охранять зал Вознесения на меня возложил сам Уолтер. Пока не пройдете аттестацию и не выучите слова обретения, эта дверь закрыта. Теперь уходите. Ладно, ладно, мы еще вернемся. Значит, мы должны пройти некую проверку на преданность. Но кто знает, сколько у нас времени до возвращения Зета. Должен быть способ побыстрее выучить эти слова обретения. Давай осмотримся. Мне кажется, в голограммах, которые мы видели, слов не было. Зато нам будет проще завязать разговор. Глядишь, убедим кого-нибудь помочь. Вам что-то еще нужно? Слушай, Кираль, нужна помощь. Вознесение же случится со дня на день. Мы с Сейкой хотим как можно быстрее доказать свою преданность. И у нас мало времени. Нам надо попасть в зал Вознесения. Но слова обретения познает лишь прошедшая аттестацию преданности. Если ты не поможешь. Мы ведь похожи. Мы столько натерпелись. Штормы, крушения... Машины, убийцы. Не хочется к этому возвращаться. Но все должны открыться его свету. Может, даже с чьей-то помощью. Ну, ладно. Это сродни тому, что сказал Уолтер, когда поведал нам свою историю. О том, где сокрыта вечность. Он думал, что у него будет вечность в путешествиях по небу. Нет, неправильно. Вы уверены, что подготовились? Наверное, надо еще позаниматься. Да. Наверное, надо. Получилось как-то не очень. Теперь она нам точно не поможет. Может, нам сначала надо побольше узнать о Лондре? Эй, полегче! Если бы я так носила, мне бы сделали уже. Я принесу выпить. А ты подумай о том, что он сказал о шаге навстречу будущему. Друг светится от счастья, чего о тебе не скажешь. Да не с чего мне светиться. Сомнения — это нормально. Когда нас впустили в зал, Лан пришел в восторг. Ему не терпится узнать, что дальше. Но по мне все это неправдоподобно хорошо. Может, лучше уйти? Не бросать же его. Мы столько пережили вместе. Походы, тайфун, крушение. А скоро... И Вознесение, видимо.
Все в вашем поселении думают, что ты бесследно сгинул в глуши. Как ты здесь оказался? Мы с Ланом были в составе отряда разведчиков, но все пошло наперекосяк. Мы заблудились, оголодали, лодка разбилась, а потом нас нашел Уолтер. Живая легенда. Он вышел к нам и сказал, что мы избранные, что мы спасены. Поверить было легко. У всех здесь похожая история. Почему мы об этом ничего не узнали? Желание быть избранным. Уолтер сказал, чтобы вознестись, нужно порвать с прошлой жизнью. Никто не возразил. А стоило бы. Мне кажется, остальные Квен рады следовать за Лондрой. А ты нет. Вначале я хотел верить. Все, что он говорил, словно заполняло пустоту, будто бы я наконец нашел свое место. Но тут я вспомнил, как на родине нас всех учили следовать добродетелям наследия, доброте и честности. А потом арестовали отца за выступление против указа императора. Боюсь, что все повторится. Уолтер – живая легенда, но если ему служит такой дуболом, как Зет, его доброта тоже всего лишь условность. Значит, Лану не терпится узнать, что будет дальше. А у тебя есть догадки? Наверное, еще одна проверка, как здесь. Те, кто побывал в зале Вознесения, уходят куда-то с Зетом. А возвращается только он с подручными. Все о нем упоминают. Я так поняла, добряком его не назвать. Добряк, как огнеклык. И не только Зет. Его солдаты все такие же. Они могут делать, что хотят. Ведь теперь не нужно отвечать перед адмиралом или бюро надзора. Твои сомнения обоснованы. Лондра что-то задумал. Нам надо попасть в зал, чтобы выяснить правду. А для этого нам нужны слова обретения. Мне не нужен переполох. Зет сразу поймет, что это я вам рассказал. Слова как-то связаны с голограммами Лондры? Дело важное, Отосу. На кону много жизней. Речь о том, что Уолтер больше всего ценил в друзьях. Их беззаветную преданность, да? Да, ее. Видишь? Бояться нечего. Не знаю, может, это плохая идея. Слушай, что бы там Лондра ни замыслил, добра не жди. Все здесь, в том числе твой друг, в опасности. Помоги нам его остановить. Хорошо. Скажите Бреннику, лишь через преданность я откроюсь его свету. Лишь с ним я смогу вознестись в новый мир. Спасибо, Отосу. Ты нас выручил. Надеюсь, вы не напортачите. Мы узнали слова обретения. Теперь Бренник должен нас пропустить. Пойдем отсюда. Не стесняйся. Подойди. Вижу, вы вернулись. Я же сказал, я не пропускаю тех, кто не знает слов обретения. Но мы их знаем. Сейка? О, нет. Уступаю эту честь тебе, Элой. Лишь через преданность я откроюсь его свету. Лишь с ним я смогу вознестись в новый мир. Еще никто не проходил аттестацию так быстро. А мы прошли, так что уйди с дороги. Лондра у меня уже в печенках сидит. Давай узнаем, что у него на уме.